Значит, погоды стоят прекрасные, солнечные. Как я уже говорил ранее, весна продолжает свои наступления. Мы движемся в сторону Динкенсбюля и едем по так называемой романтической дороге, которая пролегает с севера Германии на ее, соответственно, юг. На дороге находятся города старинные, которые не сильно пострадали в последнюю войну, ужасно разрушительно, но тем не менее им повезло быть мало разрушенными, и по ним пролегает эта историческая дорога, которая, как бы так сказать, дает представление о Германии довоенной, Германии средневековой, о Германии, сохраняющей свои традиции и всячески свои оберегающие устои. Мы проезжаем через небольшие городочки, скажем так, замечательно аккуратные, симпатичные. Вокруг нас расстилаются уже зеленеющие поля, тучнеющие нивы, жители, выгуливающие домашних питомцев с удовольствием, лоснящихся от педигрипала. Мы продолжаем наше путешествие по старинной романтической дороге. Мы оседлали кусочек этой дороги, он совпадает с нашим путем, с нашей дорогой домой, и мы продолжаем по ней путешествовать. Оставайтесь с нами, мы включимся, как только прибудем в Динкенсбюль.